собственно, спустя пару недель насилования победили проблему с уровнем топлива. Решилось все путем замены приборки. Вот, это первый момент. И второй, самое главное, что средний расход теперь стал считаться более адекватно. Соответственно, судя по всему, считается он теперь не за 5 минут, как раньше, а с момента сброса. То есть, если нажать кнопочку Reset, средний расход сбрасывается. И в течение там, пары километров эта цифра будет пустая. Потом будет считать реальный средний расход с момента сброса.